Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу ликвидировали нарколабораторию. Лаборатория по производству мефедрона размещалась в арендованном домовладении на территории дачного некоммерческого товарищества. Оперативники изъяли оборудование, а также емкость с порошкообразным веществом. Кроме того, на улице обнаружен пластиковый контейнер, в котором находились два свертка с порошком. Исследование подтвердило, что изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном общей массой более 750 граммов. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан уроженец города Омска. Вину признаем. Вы ранее судимы? Да. По какой статье? По статье 242, часть 2. Следственным управлением УМВД России по Ленинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.